Сирийской армии удалось взять под контроль еще несколько территорий, которые в последнее время удерживались боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ. На юге страны были отбиты атаки исламистов. Им, в частности, не дали войти в жилые кварталы города Дараа. В одноименной провинции уничтожен автомобильный конвой, перевозивший террористов. В ходе боев за пригород сирийской столицы Харасту правительственные войска ликвидировали большое количество иностранных наемников. А в провинции Хомс армейские подразделения закрепились на двух господствующих высотах и значительно продвинулись в сторону древнего города Пальмира. О мерах по сохранению уникальных памятников истории зашла речь и на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Участие в ней принял глава российского МИДа. Когда варварски уничтожаются бесценные памятники мировых цивилизаций, будь то в Сирии, Ираке, Афганистане или в Косово, особенно необходимо коллективные усилия по сохранению общечеловеческой культуры. Как только варвары будут изгнаны с территорий, где расположены объекты всемирного наследия, ЮНЕСКО должна направить туда свои миссии для оценки нанесенного ущерба и подготовки планов восстановления бесценных религиозных и культурных святынь. Глубокая озабоченность вызывает всплеск терроризма и насильственного экстремизма на Ближнем Востоке и Севере Африки, где боевики так называемого исламского государства и им подобные совершают массовые убийства мирных граждан, скверняют ислам, осуществляют агрессию против всех религий.